Коллеги, добрый день! Вот и начался новый сезон защиты винограда от вредителей и болезней. И одним из самых основных и главных вредителей винограда является гроздевая листовертка. В прошлом году этот вредитель доставил немало хлопот нашим виноградарям и заставил многих пересмотреть свои подходы к защите от этого вредителя, и в этом году планируют что-то в своей защите сделать по-другому. Как же сейчас происходит развитие этого вредителя на винограде? Давайте с вами посмотрим и переместимся в Темрюкский район, на винограднике. Поехали! Мы с вами в одном из виноградарских хозяйств Краснодарского края в Темрюкском районе. И сегодня, уже сейчас, фаза развития винограда, 5-6 листьев, и соцветия, как вы видите, явно видны. Уже начался лед гроздевой листовертки, и поэтому важно не упустить момент первой обработки гормональным инсектицидом. Сделайте это, не пропустите первую обработку.